За моей спиной человек лежащий и трое стоящих — это никто иные, как группа Jane Doe. Привет! 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 На самом деле группа, которая очень давно, можно сказать, на томской сцене, но какое-то время о вас ничего не было слышно. А что, почему вас не было слышно, вы не выступали? Творческая замена была гитаристов. Мы искали человека, да, которого можно положить вперед. Это так? Хорошо. Ну, здесь хотел буквально, да, спросить, много нового материала за это время у вас набралось? Влад, много нового материала набралось? Молодец. Вот так получается, что вы все достаточно опытные музыканты, и так получается, что совмещаете свою творческую деятельность в разных коллективах, да? Вот Влад, по-моему, в USB я видел, да? Дюша Метелкин, да, это же ты. Вот, вы там тоже кто где. Как вообще у вас это успевается все посещать, репетиции, писать материал? Я только квартирники даю. Отдельно от группы. В Ташкенте. Ну, то есть, кто хочет, можете сразу после музонлайна приезжать в Ташкент на квартирник, да, Влад? Отлично. Так, ну, что ждете? Какого-то нового звука, может быть? Чего ждете вообще от публики на этом фестивале? Я хочу рассказать историю. В общем, Влад отпустил. Однажды на репетиции у нас есть песня, называется «It looks so nice». И однажды на репетиции мы играем, ну, репетируем. Я спрашиваю ребят, какая следующая песня? Мне Юра говорит, «You look so nice». А я им отвечаю, «You look so nice too». А какая следующая песня? Вот такая у нас была история. И пришлось написать следующую, вторую песню, «You look so nice too». Можно альбом так называть, «You look so nice too». Three, four, yet ETC. Так, you look so nice. И там знак бесконечности. Много будет у вас дэнс-рока, потому что, насколько я знаю, на вас приходит очень много народу, вот чисто вот порубиться, потанцевать, получить вашу незабываемую энергетику. Много будет такого? Или все-таки больше интеллектуальной музыки от Влада? Мы решили совместить в этот раз, и будет чуть меньше дэнс-рока, но зато интеллектуальных танцев тоже будет достаточно. Так, Владу мама звонит поэтому. Да, я тебе звоню. Хорошо. Так, ну что тогда? Дальше планируете после фестиваля продолжать творческую деятельность или вы... Да нет, конечно, дозвонимся сейчас. Кто в Ташкент, кто обратно в Бутырку, да, Влад? Вот поэтому, ну что ж тогда... Желаю вам удачи и надеюсь вас увидеть на финале. Поэтому все, зрители вас уже ждут, слышите, они уже вам хлопают. Да, спасибо. Все, ребят, валите, давайте на сцену. До встречи.